Всем привет! Пришла очередная посылка с новой, по новой почте через AliExpress. Я не знаю, это что-то дешевое должно быть, но пришло по новой почте, за посылку ничего не платил. Уже отсюда видно, что упаковка такая мощная, пенопластовая. Давайте открывать. Кстати, мне за эту посылку даже позвонили из новой почты, спросили, на какое отделение лучше отправить, потому что до этого международное отделение у нас было одно в Запорожье. Мне приходилось ехать через полгорода, чтобы забрать дешевую бесплатную посылку. Так, это у нас упаковка на новой почте. Так, тут дальше уже нормальная этикетка. Так. Запаковано, конечно, солидно. Я уже не знаю, я вроде ничего дорогого не заказывал. Здесь у нас что это? Что это? Фух. Это стеклышко на мобильный телефон. Стеклышко по цене, если я не ошибаюсь, около доллара. Обалдеть! В такую упаковку мне засунули защитное стеклышко на мобильный телефон, который я купил своей жене. Я этот телефон, смотрите. Вот эту штуку мне прислали в такой упаковке. Это, наверное, тряпочки какие-то, чтобы стирать. Вот такая мощная коробка. Только ради этого стеклышка. Обалдеть. Так что AliExpress меня... Причем прошло сегодня у нас 21 декабря. Я его заказывал ровно 10 дней назад. Офигеть. 5 звездочек продавцу. Спасибо.